Кабинет министров рассмотрел сегодня бюджет республики на 2019 и плановые периоды 2020 и 2021 годов. Так, в 2019 по доходам казна составит 47 миллиардов 415 миллионов рублей. В распределении средств со следующего года есть одно существенное новшество. Все средства, которые автомобилисты заплатят в качестве штрафов за нарушение правил дорожного движения на территории Чувашии, направят не просто в бюджет региона с возможностью распределить на разные сферы, а именно в дорожный фонд. Соответственно, у нас становятся целевыми, то есть выпадает из тех ресурсов, которые мы могли использовать на первоочередные нужды, где-то 480 миллионов рублей ежегодно. Если где-то убыло, то в дорожном фонде существенно прибыло. На дороги в следующем году потратят около 4 миллиардов 300 миллионов рублей. В остальном все по-прежнему. Бюджет, как всегда, социально ориентирован. На первом месте по расходам сфера образования. В следующем году на нее планируют направить 13,5 миллиардов рублей. Из них 116 миллионов предусмотрены на модернизации пищеблоков в детских садах. На 98 миллионов обновят компьютеры в школах. Что касается 2020 и 2021 годов, то специалисты оптимистично спрогнозировали рост собственных доходов. И чтобы достичь намеченных показателей, придется активно работать со злостными неплательщиками налогов и бороться с серыми зарплатами, отметил Михаил Игнатьев. 2 миллиарда – это резерв. Мы можем, наводя просто порядок в отдельных отраслях, в отдельных территориях, можем пополнять доходную часть бюджета. Обычно налоговая служба никогда не подводила. Будем стараться, чтобы те бюджетные значения, которые доведены, выполнены будут. Совместными, конечно же, усилиями. Со всеми муниципалитетами, министерствами и ведомствами. Решение принято. Теперь документ предстоит рассмотреть Госсовету Чувашии. Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов. Республика.